Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. И сегодня я хочу вам показать заказ из интернет-магазина Grand Stock одежды для моей мамочки. И покажем обязательно все это с примеркой, все, что она себе заказала. Мы выбрали этот интернет-магазин, потому что в нем нет минимальной суммы заказа. Также потому, что можно оплатить при получении, то есть наложенным платежом на почте спокойно можно оплатить заказ. Также в этом интернет-магазине существует бесплатная доставка от суммы 7000 рублей. А также у них очень огромный выбор различных товаров. Я не знаю, у меня мама сидела целый день, там более 25 тысяч наименований в разных категориях, а также около 3000 товаров со скидкой 50%, что, конечно же, не может не радовать. Я вам все ссылки оставлю внизу в инфобоксе, обязательно переходите, смотрите. А также я вам оставлю промокод со скидкой 5%, который действует для моих подписчиков. Ну и давайте покажу, что же мы заказали. Пришла нам вот такая посылочка. Пришла она достаточно быстро, с момента оформления заказа, где-то вообще, мне кажется, за пару дней. Ну, мама сейчас будет открывать. У нас помощник тут есть. Да, помощник? Да, да. Список товаров. Да, это у нас накладная наша. Такие цены. Вот. Это начнем. Да, начнем. Это у нас носочки. Носочки для кого? Для тебя носочки. Военные. Отдайте. Это военные тебе носочки. Нет. Это я заказала для старшего. Черные носочки под брюки. Ну и это тут все мамино. Ну давай, распаковывай. Ну что, первое у нас. Так, все сложено красиво. Сложено, да. Хорошо. Вот, это халатик такой вот. И ночнушка. Ночная сорочка. Да, вот такая. Без рукавов. На лямочке. Так вот. Угу. Ну, покажем потом, как на чем смотрится. Да. Так, следующее у нас. Следующее, это что у нас? Это платье. Это платье домашнее, да. О, слушай, кстати, ходить. Прикольно. Да. Еще оно такой асимметричный рисунок с отделочкой. Угу. Да. Но только вот этот. Вот интересно, вот этот у нас тканый. Ну как это? А вот это наклеенный. Прикинь? Набивной, да? Нет, не набивной. Набивной этот, видишь? Угу. Вот он. А вот этот, это наклеенный. Угу. Вот. Да, ну, симпатичный, кстати. Розовенько, да. Как я люблю прям. А дальше что у меня еще там? А вот это же на тебе тоже ивановский твикер, да, наш, да? Да, да, да. Это вот это тоже. Я люблю. Это мы покупали уже 100 лет тому назад с мамой. Такой же по качеству. Угу. А это у меня... Тоже такой же. Да, тут такой это... красненький. Но он, видишь, вот такой получается, как это. Типа под бархат такой, да? Под бархат и вот не с рисунком, а это вот как про. Нет, рисунок это все-таки. Как бы. Угу. Не вот это как варенка вот раньше была. Угу. Вот. Это у меня кофта такая вот, прозеленькая, вот, выделка тут даже, она как выделка делана. Это вообще называется часы? Кардиган женский. Кардиган называется. Ну он такой вот. Он вот он, кардиган женский, 1149. Платье.
Шампейн 669, комплект женский 1339, туника 739. И, то есть красное это получается платье, или это, ну, в общем, и носочки детские. Ну, давай, сейчас будем все мерить. Вот так вот на маме выглядит этот комплект с ночной сорочкой. Она идет на тоненьких бретельках. Мама раздеваться уже не будет. Вот. Мне кажется, очень симпатично. Длина такая. Но мама у меня взяла побольше размер. Кажется, даже немножко заметно. Хотя в плечах нормально села из-за объема груди. Да. Вот. Ну, повернись. Вот так вот. Здесь есть кармашки. Такие сбоку маленькие. Рукав он такой на... Типа фонарика, типа, да? Фонарика такого. Угу. Вот. Сама ткань, она такая шелковистая. Трикотаж шелковистый, очень симпатичный. Так вот, очень приятно. Да. Вот не, ну мне кажется, маме очень хорошо. Да? Убейте! Красавица теперь. Убейте! Вот туника. Туника, мне кажется, вообще очень классно смотрится. Вот, кстати, у нее вот эта бирочка. Мама у меня взяла... Вообще здесь написано размер 50-64, если это размер, конечно. Или 120 размер, не знаю. Вообще мама у меня брала 60 размера. Почему? Потому что мы по объему груди смотрели с мамой. Но мама говорит, что это маломерка. Она у меня сейчас весит 85 килограмм. Вот. И... Ну, повернись. Вот. И села, мне кажется, очень даже вот, что называется... Да, потому что если считать, что это хлопок, он немножко... Подсядет? Подсядет. Вот. Да. Без кармашков, без всего. Но тоже трикотаж он такой шелковистый, не грубый, очень приятно к телу. Это 100% хлопок. Да. Но бывает очень такой вот. Да. Бывает такой даже как колючий бывает или жесткий. А это вот такой шелковистый, очень приятно. Угу. Вот. Вот этот цвет маме хорошо, мне кажется. Вот, получается, мама сейчас сказала, она брала на объем груди 120, чтобы было. Ну, так как грудь не маленькая, вот, поэтому получается 60 размер. А здесь что тогда написано? 50-64, это что такое? Не знаю, что это такое, но вообще по размерной сетке на сайте это 60 размера мама брала. Да, хотя в общем и целом она 58-й это покупает. 56-58, в зависимости от того, там есть выточки, нету выточек, то есть как садится на груди, потому что бывает 58-й размер, маме в плечах велико, а на груди нормально и наоборот. Так что... Так что если будете заказывать, лучше побольше, мне кажется, размер. Ну да. Брать. Вот. И вот такой кардиган. Вот он тоже 60 размера, и видите, на груди маме села хорошо, а внизу он так вот... Великоват. Великоват, да, то есть широкий. Но маме наоборот хорошо, то есть... Да, видите, на спине свободно, вот, и в плечах, мне кажется, немножко великоват, да, но... потому что рукава длинноваты. Да, рукава длинноваты. Но маме на самом деле хорошо, она и хотела, чтобы было свободненько, чтобы ничего... Вот очень глубокие карманы. Да. Это здесь воздушный карман просто... Вот. А так на молнии хорошо, его можно и так. Но можно же это, футболочку там одеть, допустим, да. И сверху вот эту накинуть. Вот так вот. Вот. Ну, такой, да, без подкладки. Ну, это как кардиган такой тоненький, на лето хорошо будет. Вот ну, да, он немножко подвеликоват, но маме... Из груди все, извините. Да. Ну, вот это вот такое же длинное платье. Платье это уже. Да, вот видите, с таким вот уже, вот с такой... Линии груди вот здесь вот. Вот, вставочка такая. Карманов нету. Длинный. Вот. Ну, тоже, тоже тоненький очень трикотаж, шелковистый. Вот оно длинный. Хорошо. Ну, тоже великовато. Вот ну, видите, опять в груди здесь села. А здесь вот. Да. Ну, хорошо, мама же все равно, ты же на, для дома ходить. Конечно. И наоборот, и хорошо, когда свободнее, удобнее. Свободнее, хорошо. Да. Поверни спиной. Спиной повернись. Да. Вот. Вот такую вот красоту приобрели. Ну, в принципе, это все, конечно, для моего возраста. Ну, да. Домашняя одежда, конечно, великолепна. Да. Особенно халатик мне очень понравился. Да. Напишите, как вам обновки мамины. Вот, вот это красное платье, которое, видите, вискоза 95% и 5% лайт.
Что это, лайкра, да? Лайкра. Лайкра, да. Очень приятно к телу. Маме очень понравилось вот это красное платьице. Что такой шелковый-то? И вот эта серая, которая тоже здесь... Что тут у нас? 95% хлопка. Хлопка, да. И 5% лайкра. Я говорю, они такие шелковистые. Вот, да, шелковистые. Значит, подожди, может, не особо будет и садиться, дольше раз с лайкрой. Ну, хорошо, будет свободненько. Все правильно. Вот этот халат я тоже неправильно прочитала. Здесь 95 хлопок и 9% лайкра. Не 9, 5. Да, 5%, извиняюсь. Вот, поэтому он такой шелковистый, и садиться ничего не будет, мама говорит тогда. Будет дышать, да, маме еще. Вот он такой, слямочками. Да, вот такой слямочками. Если здесь открыто, то как раз видишь вот отделка и отделка. Груди на этом тоже очень хорошо смотрится. Да. Да. Летом тоненько, ХБ вообще великолепно. Да. Тело дышит вообще. Вот. И вот открыла тут носочки детские. Вот это маленькому у меня тоже. Отдайте. Дайте ему. 80 хлопок, 3 эластан и 17 ПА. Что это такое? Полиэстер. А это вискоза. Это не хлопок. Шелковая, я же говорю, почему не шелк, они как шелк. Да, я что-то вообще тут все путаю. Вот мама сейчас смотрит, тут бирочки. Вот это 95% вискоза и 5% лайкра. То есть что-то тут на бирках одно написано, да, а здесь другое. Ну и носочки обычные, вот такие старшему сыночку, невысокие, под в школу, под ботиночки. Вот. Покажи свои носочки. Нет. Нет? Почему не покажешь? Ну, ну ладно, ну красивые же носочки, военные. Военные. Да. Красивые, ясные. Разные, красивые, да, маленькому вот такие тоже. А ты чё? Швы обработаны, конечно, аккуратно все. Видите, как все? Без ниточек, без всего, без дырок. Да, это вот, который кардиган. Да, но здесь 100% очень... полиэстер, но мам говорит, тоже очень приятный к телу. Плотненький, и очень это, плотненький, да, и хорошо. И хорошо вот... очень сшит. И да. Такое вот выделено, как вот бархатные, знаешь, вот такие выделка. Uh-huh. Выделка вот эта очень симпатичная. Вот, так что очень аккуратно пришито. Все сделано. Да. Так что ты довольна? Да, спасибо. Так что вот такой вот у нас был заказ. Обязательно напишите, как вам обновочки моей мамы. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Не забывайте переходить в инфобокс. Там я оставила вам все ссылки. Всех люблю, целую и до новых встреч!